Приветствую, дорогая церковь, дорогие братья и сестры. Сегодня хотелось бы вам зачитать текст Святой Евангелия от Матфея, глава 7, 7-8 стих. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Данный текст – это обещание Господа, Бога нашего. Опираясь на этот текст, мы четко должны понимать, что Бог всегда дает нам ответ на любые наши действия, просьбы. Но поскольку Бог совершенен, то не всегда ответ Господа может соответствовать нашим желаниям, так как Ему виднее, что для нас нужно и важно на данном этапе жизни. Чтобы эти слова работали в нашей жизни, главное не быть пассивным. Стучите, ищите, говорит Господь, и иметь искреннюю веру в сердце, и вам отворят, опять говорит Господь. Поэтому, если вы беретесь за любые дела, начинания, мысли, попросите Господа, чтобы Он отворил нужную для вас дверь. Дорогие братья и сестры, я призываю вас помолиться и поблагодарить Господа Бога нашего, Иисуса Христа, за столь необходимое обещание для нашей жизни –